хлеб предательство. На чем быть черного хлеба? Это старая песня, связанная с тяжелым восстановлением в 60-м году, когда нас забыли в тайге, вернее, нас не забыли в тайге, погода была нелетная целый месяц. А продуктов было на 3 дня. И вот там все поворачивалось совершенно не так, как было в лучшем условиях. У меня есть вот 3-я серия фильма, там есть эта песня с комментариями по поводу того, что там было. 60-й год, заснеженный в августе кусок тайги и 10 голодающих людей, которые ведут себя по-разному. Я таежный глушью заверченный, от метели совсем ослеп. Недоверчиво, а недоверчиво я гляжу на черный хлеб. Недоверчиво, недоверчиво я гляжу на черный хлеб. От его, от высохшей корочки, не скупая, дрожит ладонь. Разжигают огонь костерчики, поджигает пожар огонь. Разжигает огонь костерчики, поджигает пожар огонь. Ты кусок, браток, не тяни, браток, ты сперва погляди вокруг. А может, тот кусок для тебя сберег и не съел холодный друг. А может, тот кусок для тебя сберег и не съел холодный друг. Ты на части хлеб аккуратно режь, человек, что в ночи овраг. А может, тот кусок, что ты сам не съешь, съест и станет сильным враг. А может, тот кусок, что ты сам не съешь, съест и станет сильным враг. Снова путь неясен нам с вечера, снова утром буром свет. Недоверчиво, недоверчиво я гляжу на черный хлеб. Недоверчиво, недоверчиво я смотрю на черный хлеб.